Ивановский колледж культуры приглашает в волшебный мир театра. В учреждении открылась областная выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и школ искусств. Экспозицию посвятили Году театра в России. 158 участников приняло участие в этом конкурсе. Хотелось бы поблагодарить всех участников, преподавателей, руководителей учреждений детской школы искусств за то, что они помогли в организации проведения нашей выставки. В экспозиции заняли место только лучшие работы. 20 номинаций декоративно-прикладное искусство и еще 37 номинаций изобразительное искусство. Художественный уровень оценивало жюри. Очень интересная тема для детей, тем более год театра. Они очень хорошо подготовились. У нас очень такие сильные художественные школы, особенно Шуя, Лежнева, Ивановская школа. Очень много работ представила. Работы очень разные по жанру, по категории. То есть детки были и маленькие, и большие. Удивило жюри и жанровое разнообразие. Работ на выставке представлена графика, живопись, смешанная техника. Воспитанницы Лежневской школы искусств сшили специально для конкурса вот этих кукол – царскую семью. Мы делали их с подружками, я, Саша Цыкина и Арина Кольчугина. У нас королева, король и красивый конь короля. Победителей творческого конкурса в торжественной обстановке наградили работники ивановских театров. Кроме дипломов и памятных сувениров, ребята получили в подарок приглашение на спектакли. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.